Я вас приветствую, дорогие зрители. Как вы? Как поживаете? Хочу представить вам новый вариант. Дизайнерская квартира в районе Оба. Квартира красивая. Сами оцените. Полезная площадь тут 95 квадратных метров как минимум. Холодильник Индезит. Мебель. Крышки все новые установлены. Это не покраска. Так что все новое. Так, даже тут в углу есть встроенный шкаф. Глубокий. Двери коричневого цвета. Значит, у нас здесь большой один балкон. Здание было сдано в 2006-2007 году. Не мог доллар прилепить. Не нашли другое место. Короче, show me the money. Тут тоже есть чья-то рука. Бриллиантовая. Кондиционер Климасан, старенькая, надо инвертор установить. О, такая квартира. Высота потолков 207 сантиметров, они высокие. Прихожая. Этаж второй от земли. Есть второй балкон. Смотрит также на горы. Ухоженная территория, открытый бассейн. Сторона север, запад. Спальни на запад смотрят. Вот Микки Маус у нас бассейн. Там зона барбекю, зонтики, шезлонги. Ухоженный сад. В той стороне тоже красиво. Цветы установлены. Я туда уже не буду спускаться. Фасад здания. Ну да, спите. Сейчас закрою. Тут у нас полезная площадь 12,5 квадратных метров. 11,5, 12,5 квадратных метров. Проходим. Здесь родительская спальня. Встроенный шкаф до потолка. О. Стиральная машинка фирмы Altus. Ну, что мне сказать. Мне квартира понравилась. И цена хорошая, и локация хорошая. До моря максимум 500-600 метров. Рядом есть инфраструктура такая, как торговый центр метро, сеть магазин Тахтакале, Кочташ и тому подобное. Смотрите, какой потолок интересный, да? Как покрашен. Тут обойчик, здесь обойчик, там обойчик разный. Цвет там другой, здесь другой. Вот я вот это ценю. У меня где-то тоже такие вот порой мозг попадает. Букашки. Я вот тоже в квартире порой такие штучками делаю, крашу там. Разноцветная спальня. Ну, красота. Так. Есть камин. Можете зефир пожарить там. Так, кондиционер нужно поменять. Бытовая техника подуставшая. Вот. Работает, но можно поменять, купить новый. Итак, дорогие зрители, все, жду вашего звонка.
Цена этой квартиры, дорогие зрители, 153 500 евро. Торга нету, скидки нету. Ну, могу там 1 евро вам подарок. Айдат где-то у нас 500-600 лир. Потому что она меняется раз в 6 месяцев. Не буду что-то говорить. Всем пока-пока. Ставим лайк, пишем комментарий, подписываемся на наш канал.